Ну что, ребята, заставил вас Даур вчера понервничать? Обнаружились некоторые симптомы информационной ломки? К сожалению, придется привыкать. Вот-вот наступит праздничное затишье. По этой же причине где-то на следующей неделе периодичность наших выпусков начнет сокращаться. Но сейчас еще есть о чем поговорить, поэтому я, Глеб Мещеряков, объявляю очередной сеанс фонетического разбора английских слов и поиска ошибок в закадре открытым. Конечно же, в эту предновогоднюю пору у всех только одно на уме. У разработчиков тоже. Поэтому со всех сторон к нам начинают поступать разнообразные видеопоздравления и праздничные открытки. На сей раз отличились сотрудники компании Remedy Entertainment. Сэм Лейк передает привет прямо со съемочной площадки, где он и его команда работают над созданием какой-то специальной короткометражки и, как выразился Лейк, пасхалки для Quantum Break. По сюжету его герой, специальный агент ФБР Алекс Гейзи, вместе со своей напарницей ищет некоего пропавшего писателя, что вполне может расцениваться как намек на скорое возвращение Алана Вейка, то ли в Quantum Break в эпизодической или не очень роли, то ли в собственном сиквеле. Хотя, надо заметить, одно другому не мешает. Видеопривет передает и Ninja Fury в своем 19-м дневнике разработки Hellblade. Нарезка забавных моментов из жизни студии непременно вызовет у вас улыбку и поднимет настроение, так что рекомендую ознакомиться с ней в отдельном порядке. Вся эта веселуха заняла лишь половину видеоролика. Остальное же время создатели отвели под демонстрацию визуальных эффектов грядущего боевика. Ведущий художник по спецэффектам Марк Слейтер умудрился выдать очень гибкую систему погоды, в которой нашлось место и приятному солнечному утру, и проливному дождю с ветром и громом. Причем эти состояния могут плавно сменять друг друга, что позволяет задавать именно то настроение, которое необходимо игре в определенный момент. В качестве сливок на этом торте для любителей погодных эффектов выступает объемный туман, который способен реагировать на источники света, генерируя так называемые божественные лучи и прочие красоты. В общем, вера в то, что Hellblade окажется весьма атмосферной игрой, становится все крепче. Парад позитивных новостей продолжает компания Rebellion Development. Она, как я сообщал когда-то в одном из инфактов, выкупила права на игру Wolf – The Red Hood Diaries, пообещав при этом рассчитаться со всеми, кто поучаствовал в кампании по сбору средств, организованной не особо удачливой и в итоге обанкротившейся компанией Green. И вот спасители переходят от слов к делу. Все добро, будь то 60-страничный альбом с иллюстрациями, диски с игрой и саундтреком или разнообразные постеры, с удовольствием представлено народу в соответствующем видеоролике. Более того, часть посылок уже направлена получателям, так что если вы вкидывались на разработку Wolf The Red Hood Diaries, можете теперь вполне рассчитывать на дополнительный новогодний подарок. Игра Paragon от Epic Games планомерно подобралась к началу своих полевых испытаний. Чтобы первые альфа-тестеры не испугались трудностей, вызванных багами, лагами или недопониманием местных геймплейных законов, создатели выпустили видеоинструкцию, в которой освещены все основные нюансы грядущей мобы с видом от третьего лица. В ней, в частности, рассказывается про систему карт, при помощи которых улучшаются персонажи. Короче говоря, после просмотра у вас будет достаточно данных для того, чтобы понапроводить приличное количество параллелей и перпендикуляров относительно Smite и Warframe, к примеру. Кстати, мы тут давеча окончательно сформировали список номинантов для определения самых-самых в 2015 году. Ожидайте голосовалку на сайте в ближайшее время. Так вот, конечно же, там нашлось место для Call of Duty Black Ops 3, куда ж без нее. Скоро узнаем, творение Treyarch стало для вас разочарованием или все же лучшим боевиком от первого лица. Меж тем, томительное ожидание наших вердиктов не мешает разработчикам готовить к выпуску первый пакет дополнительного контента.
Зовется он Awakening и включает в себя 4 карты для мультиплеера, среди которых место нашлось, к примеру, заброшенному парку развлечений и ремейку уровня Hijacked из Black Ops 2, а также новую главу для зомби-режима – Der Eisendrache, действие которой развернется в средневековом замке. Вся эта благодать 2 февраля появится на PlayStation 4 и только где-то через месяц доберется до ПК и Xbox One. Ну а до вас в оставшуюся неделю 2015 года доберется множество наших новых интересных материалов. Регулярно заглядывайте на сайт stopgame.ru, дабы не пропустить. Приятного вам настроения и до скорых встреч!